18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Привет, меня зовут Игорь Николаенко, я руковожу двумя радиостанциями в городе Брянске, Лафрадио и Радио Дача. Но когда-то я был маленьким, и как любого маленького, меня мало слушали, мое мнение мало кого интересовало. Теперь я вырос, и моего мнения ждет вся страна, так же, как и твоего. 18 марта этого года приходи на выборы президента Российской Федерации и отдай свой голос, чтобы твое мнение было услышано. 18 марта встретимся на избирательном участке. 18 марта. Выберем президента вместе.